Общественный контроль на одном из крупных рынков города. Проверяющие смотрят наличие санитайзеров, разметки на полу, а также соблюдение масочного режима продавцами и покупателями. Наше мероприятие носит предупредительный характер, поэтому мы в сегодняшней ситуации будем предупреждать как предпринимателей, ведущих предпринимательскую деятельность на территории рынка, о том, что необходимо соблюдать масочный режим, так и, соответственно, граждан. Масочный режим нужно соблюдать. Особенно его должны соблюдать продавцы, которые постоянно находятся в этом помещении. Всеобщий масочный режим Роспотребнадзор ввел в стране с 28 октября. Теперь посещать без индивидуальных средств защиты нельзя не только магазины, рынки, общественный транспорт и аптеки. В маске обязательно нужно быть на парковках и в лифте. В Самарском районе сотрудники районной администрации ежедневно проверяют соблюдение предписаний Роспотребнадзора. Эти материалы мы собираем, пояснения собираем, отправляем в управление гражданской защиты для составления протоколов. Если мы выявляем про сотрудников предприятий без масок, то тогда мы направляем материалы в Роспотребнадзор. Проверки соблюдения предписаний Роспотребнадзора в Самаре продолжатся. Ежедневный мониторинг ведется во всех районах города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.